В начале октября в Тракторозаводском районе открылся первый семейный гипермаркет «Магнит». Новый магазин расположен по адресу проспект Ленина, 144. Для жителей района это стало долгожданным событием, которое стало возможно благодаря сотрудничеству сети гипермаркетов с компанией «Приволжтрансстрой». Площадь 2500 квадратных метров, торгового зала 1250 квадратных метров. Ну, как раз это тот формат, который нужен для удобного посещения любой семьи, скажем так, любого покупателя. Для нашей компании «Приволжтрансстрой» давно сотрудничает с компанией «ЗАО «Тандер». По счету это уже шестой гипермаркет в городе Волгограде. Еще у нас есть один в Волжском. То есть практически почти в каждом районе мы построили вот такие вот семейные гипермаркеты. Благодаря нашему заказчику «ЗАО «Тандер». Спасибо заказчику за то, что он как бы способствует развитию города, способствует развитию благоустройства. Видите, как вокруг всех магазинов все обустроено. Ну и помогает рабочими местами строителям, скажем так. Новый гипермаркет «Магнит» построен на месте бывших заброшенных теплиц. И до начала основных работ строителям пришлось расчищать площадку от свалки. В принципе, у нас уже сейчас все отработано. Поэтому сложностей у нашей компании не возникало совершенно никаких, кроме одной здесь, на этой территории, был заброшенный, скажем так, кусок бывших теплиц тракторного района. Здесь было свезено куча мусора, свалка была сплошная, какая-то химия выливалась. Мы это все вычищали, выгребали, вывозили отсюда. Как бы теперь эта территория, как вы видите, чистая, освобождена от всего, везде насыпан растительный грунт, высажена трава. В соответствии с самыми современными требованиями новый торговый комплекс обеспечивает полноценный доступ для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть пандусы, если вы заметили, для инвалидов. Да? Здесь обязательный в магазинах такого формата санузел для инвалидов, который оборудован поручнями, разворотной площадкой, то есть всем необходимым, кнопкой вызова. Это обязательное требование. Парковочные места для инвалидов, увидите, выделены отдельно. Ну и также для молодых, скажем, активных людей организована велопарковка. Там, если вы обратите внимание, вокруг все пройдете. То есть эти все мероприятия, которые требуют нынешнее время, все обеспечены. В компании «Приволжтрансстрой» приложили максимум усилий, чтобы грамотно вписать новый объект в структуру района и при этом сделать его удобным для посещения. Ну и видите, какая здесь замечательная стоянка, как удобно жителям района подъезжать. То есть логистика отработана, въезды есть и с улицы Ленина, с улицы Михайлова и так далее. Особое внимание застройщик уделил транспортной логистике. К новому зданию есть удобные въезды как со стороны проспекта имени Ленина, так и со стороны улицы Михайлова. Покупатели оценят и то, что технические особенности нового магазина способны обеспечить круглогодичный комфорт внутри здания. Технические особенности этого магазина в том, что он полностью автономен, то есть у него свои сети, системы энергообеспечения, водообеспечения, всего остального. Мы при строительстве этого семейного гипермаркета еще к тому же реконструировали часть сетей, которые принадлежат тракторозаводскому району. В здании непосредственно существуют свои котельные, трансформаторные подстанции, кондиционированная вентиляция воздуха. То есть весь микроклимат, который необходим и нужен нашим покупателям, нашим жителям, чтобы им было удобно, здесь сохранен, есть. Надеюсь, магазин будет достойно вписан, скажем так, в районную инфраструктуру, удобен для покупателей, удобен для жителей района. Уже первый день работы нового гипермаркета «Магнит» наглядно показал, что место для его строительства было выбрано очень удачно. Такие форматы распространены, они нужны людям, мы сразу видим
какой трафик людей, сколько людей хотят посетить магазин. На Нижних Баррикадах там вообще нет, скажем, магазинов такого формата, удобных во всех отношениях. Здесь же на Нижних Баррикадах находится там лицей, вы знаете, военный, больница большая. То есть приходили люди прям с больницы, говорили, когда вы откроетесь, нам надо вот то-то купить. Людям больным тяжело куда-то отъезжать, что-то там одно в одном месте, другое в другом месте. Ну, этот магазин обеспечивает полную потребность любого потребителя. Компания «Приволжтрансстрой» ведет строительство и других объектов, появление которых с нетерпением ждут горожане. Речь идет о строительстве гипермаркетов «Магнит» на 51-й Гвардейской улице, а также на заводе «Баррикады». В сотрудничестве с заказчиком «ЗАО «Тандер» компания намерена и дальше делать город удобным и комфортным для жизни.